А в субботу в 7 больницах Чебоксара и Новочебоксарска пройдут дни открытых дверей. В Республиканской детской клинической больнице будут консультировать гастроэнтеролог, гематолог, кардиолог, невролог. Специалистам можно записаться через электронную регистратуру. В поликлинике Республиканского онкодиспансера можно получить консультации по проблемам кожи и молочной железы. В столице дни открытых дверей пройдут и в городском клиническом центре, где будут принимать специалисты и врачи общей практики. Также можно пройти ряд исследований. А также в Республиканской стоматологической поликлинике. В Новочебоксарске желающих проверить свое здоровье ждут в поликлинике номер 1. Городской больницы, детской поликлиники медицинского центра, а также психиатрическом диспансере. Тем, кто планирует обратиться за консультацией к врачам, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.